Ну что, дорогие мои, мы наконец-то доехали до самой большой в мире гелиостанции. Вот виднеется поле зеркал направленных. А он смотрит вон на ту башню. Вот. Снимаем мы незаконно. Мы сюда проникли обманом. Вот, поэтому выходить из машины боюсь. Снимают так. Ну, вообще зрелище, конечно, потрясающее. То есть башня высотой где-то 100 метров. На нее светят вот эти направленные зеркала. Целое поле огромное этих зеркал. Со спутника вообще выглядит просто фантастически. Вот она, геотермальная станция. Мы нашли место, где остановиться и ее заснять. Зрелище, конечно, потрясающее, вообще невероятно. И вот такие у нас тут дорожные пейзажи. Здоровые булыжи лежат на горе. Там тоже булыжи. Какие-то дома с булыжниками. Дома из этих какашек? Да, дома из говна и палок. Что, мы только что приехали? Ну, типа 26 км до отеля, но я хочу еще заездить в эти каньоны там. Прикольно, говорят. Вон что-то народ там тусит. Школьники со школы тут, похоже. Карантин объявили у них, похоже. Они радуются. А вон школьницы в хиджабах. Вау, смотри, сколько школьников. Огонь. Точно их со школы. Или первая смена кончилась. Так, доводят тут вот, второй сменки дайте только. Эх, а там еще перепески приведут. Отряд не заметил потери бойца. Ну, такие у нас тут красоты. Едем в каньон Дадас. Вот уже начали кемперы встречаться. Аутентичные абсолютно места. Агнивские. Красные горы. И там мы тоже терракотовые такие. Офигенно. Начинаем въезжать в каньоны. Красота невероятная. Луна светит перевернутая. Вау, пейзаж, конечно, огнивский. Пишет, осталось 4 километра до каньона. Казбы там. Вон Казбы. Серпантин, конечно, жесткий. Одной рукой тяжело рулить. Машина на третьей передаче не едет, бур.
видно за следок. Так, ощущение, что великан обосрался. Валек. Как ашот. Короче, остановились мы в отеле. Какой-то там Леду Дадис. Очень неоднозначный такой отель. Очень такой чисто марокканский. Я сначала бронировал вот этот номер. Называется Le Tour башня. А, он, наверное, закрыл уж, что ли. Закрыл уже. Ну, это не он, другой уже. Ну, конечно, там внутри крохотная комнатушка вот, размером с этот. Uh-huh. Там крутая лестница наверху. Там типа крохотная спальня такая. А он нам, да, он нам обгрузил типа за побольше, за те же деньги. Вот такой вот номер. Здесь такой интимный полумрак. Такой бедрум романтичный, опять же. Здесь вот бомжатская спаленка для Стаса. И бомжатский умывальничек. Прикольно. Вообще необычно. Сортир. Прям как вы любите, да? Папа, огонь, папа. Ну, хорошо. Ну, такой вот миленький отельчик у нас. Есть басик. Ну, купаться мы, наверное, опять не будем, потому что вода, как обычно, ледяная. Здесь вот такое типа патио. Достаточно романтичное. Цветут типа яблони или сливы, или непонятно чего. Сливы, похоже. Тут вот зона для релакса. А, доминошки играть, прикольно. Это теннис. Шахматы тоже такие романтичные. Это ресторан. Французы уже отдыхают, сидят. Антикомариная фигня стоит. Мы поднимаемся на второй этаж. Тут у нас вот гамачки. Можно потусить в гамачках. Вот Соболев бродит. Давай. Элис Бартана катает. Скажи, катайся, братик. Любимый. Стас. Класс. Поцелуй, братик. Класс. Вышли на крышу Казбы. Станислав тут незаконно вломился. Прикольно спутниковую тарелку ставит на говне и палках. Прикольно. Мы как в крепости. Заряжайте луки. Ага. Он самый. Вот территория нашей Казбы. Вон там Аллах-Акбар поют. Вон. Да, вот здесь на такой. Вон. Оазис посреди колхоза. Вон. Полный колхоз, а мы в оазисе. Да, Соболева? Угу. Морда моя, монайская. А вот мы жить должны будут в этой башенке. Там вот сверху бомжатничек, снизу еще один бомжатничек. Живем в другом бомжатничке. Все, пошлите дальше. Теперь мой ход. Ты вот сходил, теперь мой ход. Рыба! Какие там еще ходы есть? Нет больше ходов, рыба. Они уплыли, Алис.
Теперь только за ним нырять. А тут у папки пляжный отдых. Да, пап? Да, наконец-то пляжный отдых. А то все машина на машину. Басик, солнце, пляж. Почти. Оп-оп-оп. Сейчас тас тебе сейчас скинет. Подходи сюда ближе. Бонжоу. Скажи хэллоу, бонжур. Хэллоу, бонжур. Пойдем дальше, Арис. Пойдем. Вот туда. Пойдем. Ой. Пойдем. Давай, мама. Садись дальше, пойдем гулять. Папа, очень тугая. Папа, мама, нельзя, нельзя? Хорошо, нельзя, нельзя, мама. Что? Возможно. Ну, он шахмат модный. Похоже, хозяин шли. Мне кажется, да. Видишь, гритушку себе заделал. Давай, мам, кидай еще мячик. Алиса со Стасом тут все мячи пособирали. Сколько мячей напускали. Полный бассейн мячей. О май гад. Алиса кайфует. С мячами играет. Оу, щич. Ну ты по одному давай. Стас собрал тут все шары, какие были в бассейне. Сейчас они будут кидать их. Ну что ты додумался-то? Так, у нас дети развлекаются. Алис, давай, пинай шарики. Давай. Давай. О май гад. О май гад. Алис, давай, пинай. А сейчас нас ждет очередной сюрприз для моей любимой Соболевой.
Светланой. Готовлю для Алисы макарошки с молоком на общественной кухне отельной. Вот тут у нас шеф курочку режет, а это наш босс посуду моет. Завтрак по-берберски, я бы даже сказал. Куча какого-то говнеца, сырок, вот и масло, кстати, точно. Какао тут, и сачок. Ну и хорош, чего он выпендрился-то. Это что, весь завтрак, да? Конечно, что-то хотел. Шокина? Ну так вот берберы жрут, бедненько, но чисто. Ну вот такая вот прикольная шняга, каньон Тодра. А вот китайцы, которые сделали аппарат, на который я снимаю, они очень гордятся этим. А вот мои любимые на Найте стоят. Китайоза. Красотища. Но в аппарат снимать смысла нет, поскольку у меня не широкоугольник, а здесь высоты охренительные просто. Туристов мульон здесь. Вроде по дороге есть, нет никого. Сюда проезжаешь, тут куча автобусов, китайцев. Местные продают хрень. И вот они, автобусы с туристами, с китайскими. Где они, откуда они берутся, блядь, в таких количествах. В отелях вроде нет никого. А куда ни приедешь, китайцев тьма. Такое ощущение, что они из Маракеша сюда ездят. Красотища здесь, конечно, круто. Стоит того, чтобы проехать круг в лишние там 30-40 километров от основной дороги. Там вон какие-то казбы тоже начинаются. Офигенное, мощное место такое. Ну, вот наша машина здесь припаркована. Странно, что ни одна помогайка не подбежал и не попросил бабла. На въезде то какой-то черт. Типа там перебегал дорогу, типа хотел с нас баба срубить, но я его послал нахер. А вон даже сотовая связь тут есть. Вообще крутяк.
Thank you. Thank you. В очередной раз восхищаюсь марокканскими завтраками. Они потрясают своим разнообразием. Особенно разнообразием всяких джемов. Тут вот еще оливочки, маслица. Сыр мы уже сожрали. Это единственное, что можно есть из этого завтрака. Сыр вкусный, кстати. Обязательно наличие свежевыжатого сока апельсинового. Хотя, может, это и юбка, фиг узнает. Обязательно какие-то странные лепешки. Вчерашний хлеб. Круассанчики. Вот. Но если повезет, вам дадут яйца. Или, если совсем повезет, то еще и омлет. Ну и традиционно здесь пьют этих граненых стаканов. Я уже с времен пионерлагеря не пил чай из граненых стаканов. Ну, прям как в бомжатской столовой. Алиса у нас только на избранном положении. Мы ей готовим макарошки с молоком. А сами ходим голодные. Ну, такие у нас тут живописные виды. Дорога прям как на Канарах. Похоже, что там места тоже были. Очень живописно здесь ущелье. Горные перевалы. Едем в сторону Феса. Нам осталось ровно 300 километров за сегодня проехать. Средняя скорость невысокая. Постоянные деревни. Ограничение 60. Менты с радарами. Вот. Ну, слава богу, трафика практически нет. Так что я думаю, часа за 4, наверное, долетим. Если совсем жесткий серпантин не будет. Вау, красотища, прям Гранд Каньон. Очень красиво. Въехали в тень. Офигенно. Съезжаем в равнину, это хорошо. Но с другой стороны, там будут деревни поганые. На Найтсам принесли еду, наконец-то. Ура! Алисе картошечку фри. Нам пиццу дорогую за 400 рублей. Вот, и сейчас еще и сэндвичи принесут. Ну и тут чаек мятный, как обычно. А у Соболева кофеек. Соболева у нас избранная. А мы голодные, как скоты. Отмахали почти 300 километров.
теперь кайфуем. Здесь такой симпатичный городок с видом на горы. Вот сидят чуваки из Сомали. Вот туристы тоже вставаются, вон индусы какие-то. Прохладненько так на улице. Да, холодно. Сейчас мы находимся на выезде из города Мидлтс. Мы там вкусно покушали. Городок очень приятный. Тут вот такой вид на заснеженные горы высокого Атласа. Я там посмотрел на навигатор. Оказывается, городок Мидлтс расположен на высоте 1.5 километра. Поэтому здесь так и прохладненько, и клево, как везде в горах. У нас сейчас опять неприятность маленькая произошла. Приехал на заправку, спрашиваю, кредитки работают или нет. Они говорят, да, работают. И нифига, кажется, терминал 3 раза попытался, нифига, отклоняет операцию, и все. Так же, как у нас с машиной произошло. Такое ощущение, что у них некоторые банки с мастер-картами не работают, что ли. Или, может, российские карты они не любят. Короче, ерунда какая-то. У меня осталось денег 100 дирхам. Если нас тормознут винты за превышение, то платить нечем. Скажу, я, брат, я нищий, скажу. Могу вот зеркалами, бусами только отдать. Она там соболел, ржет, сидит. Вот на Най тоже сидит. Тут оказывается, что и злобные манки водятся. Да у нас есть уже. Есть, есть. Здорово, брат. А на иска морда. Обезьянки, да. Тварюги. Да не бойся. Лошадки, обезьянки. Все подряд. Класс. Привет, обезьянка. Привет. Давай покорми ее, тварюгу. О, смотри, какой у нее. Где орешки у нас? Стас тварюгу кормит. Варюга, бля. О, они дерутся, смотри, смотри, дерутся, дерутся. Офигеть. Стас обезьянку кормит. Жестоко достаточно. Тварюга, живи давай. Он так смотрит на тебя влюбленными глазами. Мразота. Как живая, блин. Так. Ну-ка давай-ка еще, брат. Ты что, мусор, что ты? Вася, блин. О, вот это может и за яйца цапнуть. Тварюга. Вот это вот самое прожорливое. Такие прикольные. Как ты говоришь, тварюга? Где жирный? Это жердяй. Босс? Страшное дело. Big one. Стас, это босс. Обезьяна подошла, меня прям за штанину схватила. Это босс, дай боссу. Маленькая. Обезьяна доставит воду из дупла и пьет. Давай еще доставай.
Что ты там пьешь? На следующее. Так. Водички попить. Что, водички пьешь, да? Да. Тварюга, бля. Тварюга. Фуй, ты сволочь какая. Слушай, не хватаешь. Да, это будет обидно. Камеру за 500 баксов забрать. Тварюга. Осторожно, Максим. Ну и Гашка опять нас завезла в какие-то дебри, в какой-то лес заснеженный. И предлагает козьими тропами срезать основную дорогу. Мы что-то зассали. Люди вот на таких тут дефендерах ездят. Дай-ка я уж фотку для француза. Сфоткай, мам. Пожалуйста. Там в торце. Едем, спускаемся с перевала с высоты 2200. Долину. Здесь такой офигенный лес с обезьянами. Красотища прям суперская. Прям с палаточкой сюда переночевать вообще огниво. Костерочек пожечь, попеть бардовские песни под гитару. Побухать виски, да, и чтобы обезьянки к нам в палатку ночью приходили. Афинаки струенно. Красивый лес. Эти собачки дикие сидят по обочине. О, обезьян побежал. Да, вон через дорогу прям перебежал. А сейчас уже меньше. Высокогорные обезьяны, короче, как в Японии живут среди снега. О, а здесь какие-то альпийские луга начались. Короче, сладко мы покормили обезьянок. Они нам испачкали, залезла одна обезьяна на стекло, засрала нам все стекло и пытался антенну отгрызть. Одна пыталась камеру отнять. Да, одна мне чуть камеру не отняла, скотина такая. Боюсь этих обезьян, они такие жестокие. А помнишь, где-то они нас как в очки стащили? Не помню. В Таиланде, что ли? Я помню, в Таиланде одна обезьяна девку прям из спины и кусок мяса выгрызла. Была жесть. Сегодня Бог нам послал в супермаркете Carrefour всякие всячины. Виски Сэр Эдвардс, соки, воды, хлеб, колу, клубничку и колбаску. Мы сначала взяли такую же, как бомжи брали там, вот, последний, думали, что вкусная. В принципе, неплохая. Но потом еще взяли. Вот этот еще лучше оказался, прям вообще козырный. Тут у нас бананчики, яблоки. И вот такая у нас нехитрая снеть получается. Вот. Единственное, мы, конечно, запипелись в этом гипермаркете, там очередь на парковку. Потом этот огромный гипермаркет нас весь обойти надо было. Мы спешили еще в сокровищницу. Но в итоге все успели. Наконец-то доехали до хаты. Мы сидим, кайфуем. Сегодня был очень тяжелый день. Мы все очень устали. Вот. Но наконец-то наступило счастье. И такой кайф это всегда после дневного перегона. Сесть, налить рюмочку виски и заесть ее бомжатской колбаской. Это дорого стоит, я вам скажу, мои дорогие. Алис булки выедает изнутри, как термит. Но булки есть реально вкусные. На корочку не хочешь жрать? Выедает изнутри, говорит, знаете, сами жрите дальше. Мы в детстве тоже так делали. А уже потом, когда я подрос, я уже начал любить курочку. Вот, видим, все так. Все этот период проходит. Да, Алис? Вкусная булочка? Да.